Безработная молодежь Актобе осваивает азы предпринимательства. С начала года государственные гранты на открытие собственного дела выиграли порядка 200 жителей области в возрасте до 29 лет. Стартаперы занимаются пошивом одежды, открывают языковые курсы, оказывают услуги по грузоперевозкам и ремонту авто, а также успешны в бьюти-индустрии. Идея 26-летнего Акылбека Жолдыбаева на конкурсе бизнес-проектов оказалась одной из лучших. Члены комиссии оценили высокую окупаемость, наличие у автора соответствующего образования и желание работать. Первоначальный капитал, предоставленный государством, молодой человек потратил на приобретение оборудования. Сегодня центр по замене масел набирает обороты и, видимо, уже в ближайшем будущем вырастет до уровня крупной СТО. Я до этого знал, какие оборудования будут покупать. То есть я все в бизнес-плане указал. И как бы одобрили. Арендуем помещение, уже оборудование как бы, ну, еще себя не оправдал, но уверенно идет к этому. Уже своих клиентов тоже я понабирал. Всего в рамках второго направления госпрограммы «Еңбек» основам предпринимательства обучились порядка 1000 актюбинцев. 257 из них на отлично защитили бизнес-проекты, стали обладателями безвозмездного гранта и приступили к реализации своих идей. Половина стартаперов – молодежь. Хочется отметить, что в этом году выгодными условиями программы хорошо пользовались молодые люди до 29 лет. И мы, в свою очередь, старались всячески поддерживать. Более 170 молодых людей получили первоначальный капитал. Общая же сумма государственных грантов составила 127 миллионов тенге. Начинающие предприниматели Актобе пытаются преуспеть в разных сферах. В основном занимаются предоставлением репетиторских, салонных, транспортных услуг. Занимаются кондитерским, швейным делом, животноводством. В течение года за стартаперами будет наблюдать, а при необходимости оказывать помощь специальная комиссия. Айсулу Махмутова, Айбек Даутов, Актобе, Хабар 24.